чуть-чуть, буквально на там, метр сюда уходим. И разворачиваем вестибулярный, за счет этого увеличиваем количество. Комиссия обсуждает, как лучше разместить автомобильную парковку, поскольку нехватка мест для машин – один из основных вопросов, которые поднимают жители многоквартирных домов. Эта территория относится к трем домам по улицам Сулеймановой и Советской. Дальше комиссия проследовала на улицу 8 марта. У них нет ни тротуара, ни парковки. Здесь к обсуждению подключились жители. Они озвучили свои пожелания к благоустройству. Одни указали на плохую дорогу и неудобное расположение мусорных контейнеров. Другие признались, что мечтают о спортивной площадке во дворе. По мусорке мы поняли, мы переместим. Единственный момент, если все остальные начнут жаловаться, тогда придется по как-то коллегиально. Посмотрим. Возле каждого двора, к ремонту которого уже приступили или скоро приступят, установлен стенд со схемой благоустройства. В рамках проекта «Наш двор» будут приводить в порядок дороги, тротуары, наружное освещение. В кварталах установят детские площадки, скамейки, урны и частично озеленят территорию. Жители могут высказать пожелания или жалобы на сайте программы «Двор.татар» или по телефону горячей линии 8 800 27 5 20 20. Из-за пандемии старт проекта был сдвинут с апреля на май. Всего в этом году отремонтируют 56 дворов. Лисан Авзалова, Альметьевск ТВ.